Вот мой тиграша после операции так выглядит, да. Он теперь в боди ходит, модный. Такой весь из себя. Вот он, тиграшка наш любимый. Живой. Ему еще антибиотики колют. И капельницы делают, лингера. Это значит, питание ему полное дается. Да. А вот так он такой растерянный, немножко дезориентированный, да? Еще после этого, как он называется-то? Ну, в общем, обезболивание. Тиграшка. Нос холодный, кстати говоря. Я же потрогал. Нос-то холодный. Вот какой тиграш. Ну так, тиграша, как твои дела, куда? Как тебе зайти, чтобы на тебя в глазки заглянуть, тебе в глазки? А, там ходит кто-то. Может быть, даже собаки. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Тиграша. Тиграша. Хороший кот. А это у него сейчас после наркоза, он еще не опомнился. Своих не узнает. Ну, узнает он, конечно, своих. Но у него вот как-то мало ему удовольствия это приносит. Узнавание, чесание. Побегаем вокруг тиграша. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем, вы не поверите, он даже немножко полизал корм. Это соус паучи называется. Паучи. Он же сам паук. Паучишка. Ты, может, поешь, паучок? Рагнарёк, покушай. Ведь такой жрец ты у нас. Мощный. Мощный жрец. Да не переживай, там люди ходят и ходят, тебе-то что? О, паучок уже встал на задние лапы у меня. Да, на все четыре лапы встал. Вот. Ну, есть что-то он не захотел. Так, полизал, но есть не стал. Паучий корм, как соус паучий. Как раз для паучков, я ему все объясняю. Ешь, это корм для паучков. Ты же паук-крикун. Уже даже несколько слов мне сказал. Мяу, говорит. И еще какое-то слово, которое я не понял. Да, паучишка. Паучишка. Паучок, Рагнарёк. Давай, Рагнарёк, покушай. Ну, попробуй. Пригубь. Вот, пригубил, лизнул. Сесть не сел, но лизнул. Молодец, паучишка. У него там воспалён весь кишечник, говорят. Увеличены узлы лимфатические. Вот. И поджелудочное что-то такое. Где он что-то подцепил? Какую-нибудь заразу вирусную? Неизвестно. Да, паук? Паук. Да, паук. Не бегай, паук. Никуда паук не бегает. Да, паук. Ешь спокойно, паук, если хочешь. Мяу. А что, чем ты недоволен? Ну, все. Вернулся к жизни. Ты снова разговариваешь. Туда не надо, на аппарат не надо. Ты не Лившиц, это Лившиц все всегда аппаратуру включает. А ты нет, ты не для этого создан. Вот. Вот мы с паучком какие. Да. Паучком, Рагнарьком, вот какие мы друзья. Да.